На Рождество Христово во всех храмах Колпашевской епархии прошли торжественные богослужения. Епископ Колпашевский и Стрижевской Силуан возглавил праздничную службу в Вознесенском кафедральном соборе. Перед всеночным бдением владыка встретил Вифлеемский огонь, который был доставлен колпашевским отрядом Братства православных следопытов из города Томска. Горожане готовили свою душу к встрече великого праздника в течение всего рождественского поста. И множество молящихся в торжественную ночь причастились святых христовых тайн в главном храме епархии. Поздравляя со святым праздником Рождества Христова, епископ Силуан напомнил о той силе, что заключена в церковных таинствах, в молитве и в Святом Евангелии. Эта божественная сила может внести в нашу душу и мир, и радость, а в нашу жизнь свет и благословение. Тогда постепенно сама жизнь наша и все наши ближние, все наше окружение будет освещаться светом Христом. А в нижнем пределе собора в эти дни начала работу выставка рождественской открытки. Экспозиция была составлена по итогам конкурса, который проходил в Колпашевском районе в декабре. В этом конкурсе приняли участие школьники, студенты и педагоги. На выставке представлено более 150 открыток, выполненных в самых разных художественных техниках. Еще одной особенностью праздничной программы этого года стал снежный вертеп, который расположился рядом с храмом. Жители города могут увидеть своими глазами рождественское чудо. Владыка Силуан пожелал, чтобы мы как можно дольше сохраняли в своем сердце радость ощущения Рождества. Чтобы праздник, который мы сегодня переживаем, стал как бы некой точкой отсчета в обновлении души. Каждый день хотя бы немного будем посвящать Господу. Будем призывать Его благословение в начале дня. Будем завершать свой день покаянием своих вольных или невольных прегрешений и молитвой за своих ближних.